Если вашу ссылку блокируют в социальные сети, то мы ее можем, друзья, спрятать. Для этого, смотрите, вначале мы заходим в Инстаграм. То есть вы так и набираете Инстаграм. .com. И нам надо авторизоваться в Инстаграм. Вот для этого вот здесь будет ниже написано «Вход». Нажимаете «Вход». И вы вводите имя пользователя или вот номер телефона, или имя пользователя, или электронный адрес и пароль. И нажимаете «Войти». Так, вот я вошла. Теперь что мы делаем дальше? Дальше мы открываем новую вкладочку и набираем таплинк. Таплинк.ру. Вот написано мультисылка в Инстаграм. Есть, да? Теперь, так, подождите немножечко. Это я в другом аккаунте. Вот так будет у вас. Таплинк.ру. Потом нажимаете «Войти». То есть сначала в Инстаграм, потом таплинк и жмете «Войти». Теперь нам надо авторизоваться. Нажимаете на зеленую кнопку. Теперь попросит написать ваш e-mail. Пишите свой e-mail. В принципе, любой можете писать ваш e-mail. Вот. Теперь что мы делаем? Теперь мы сюда добавляем блог. Нажимаете левой кнопкой мышки «Добавить блог» и выбираете ссылку. Здесь пишите «Самое лучшее обучение», например, да? Или «Робот». Робот успеха. Можете написать под заголовок. Дальше мы идем, друзья, в Академию Успех вместе и берем там ссылку. Вот я зашла в Академию Успех вместе. Можно нажать на настройки. И вот здесь взять какую-то ссылку. Ну, допустим, на конференцию берете ссылку. Так, берете ссылку на конференцию. Сейчас я вернусь на эту страничку. И ставите сюда вашу ссылочку. Нажимаете «Сохранить». Все. Хотите, вот робот успеха мы написали, да? Хотите, можно еще добавить блог какой-то. Вот добавить блог. Опять же, выбираете ссылку или текстовый вариант, или можете свой аватар нажать, маленький размер, да? Вот. Ну, давайте для начала мы просто сделаем вот такую вот ссылку. Все, вы это сделали. Теперь, что нам надо делать дальше? Нажимаете «Установить», дальше копируете. Вот просто нажимаете «Скопировать». Теперь мы открываем настройки Инстаграм. Открыли. И вот здесь, где у нас написано веб-сайт, вот веб-сайт, мы ставим нашу ссылку. Дальше ставим «Отправить». Все, профиль сохранен. И теперь мы можем зайти, вот на человечка на этого нажали, и мы видим, что у нас есть ссылка. Это у меня тестовый аккаунт. Вот человек, когда перейдет, нажмет на вот эту вот ссылку и попадет, перейдет по вашей ссылочке. Вот таким образом ваши ссылки не будут блокировать. И смотрите, вы можете в любой момент зайти в таплинк и
отредактировать или что-то добавить. Ну, для начала поставьте хотя бы одну ссылку, чтобы могли приглашать на конференцию людей.